Итак, 11-я партия, предпоследняя партия в Лондоне, ну, для Карпова последняя партия белым была, было понятно, он предпринял все усилия, чтобы отыграться, ну, чтобы возвращаться в Ленинград с равным счетом. Вообще такая необычная ситуация была, переезд, потому что матч разделили на две части, потому что деньги были в Лондоне, но нельзя же было, чтобы советские играли в Лондоне. Ну, в 87-м году в Севилье уже можно будет играть, но в 86-м как-то еще к этому морально были не готовы отпускать мать за границу. А деньги хотелось получить, и как-то и невинность соблюсти. Поэтому разделили. Я думаю, там, кстати, была полемика о том, сколько должен быть переезд вообще. И такое ощущение, что вот Карпов, они пытались вот его как бы минимизировать вообще. Вот, как бы, вот, чтобы буквально там несколько дней было. Там. Я тогда не понимал, кстати, почему, но... Очевидно, у Карпова все готово было в Ленинграде, а нам надо было как-то... Он же сам оттуда, как бы... Ну, там нет, там уровень поддержки был, естественно, все было готовилось для него. Вот. А нам надо было еще как-то там обустраиваться. Поэтому там это очередной компромисс, по-моему, там получилось, то ли неделя, по-моему, первая была. Неделя, по-моему, была. Неделя, первая была. А в Лондоне, вот, кстати, там был приз еще специальный за лучшую партию. 5000 фунтов стерлингов в... золотых монетах 19 века. Ну, в итоге мы его как бы за 11-ю партию подделят, как бы они приняли такое политически корректное решение. Там, кстати, Майлз, я вот вспомнил, возглавлял эту комиссию. Хотя партия, вот, которую мы сейчас посмотрим, она была действительно по-настоящему интересной. Ну, и понятно, что они искали такую возможность. Наверное, все-таки лучшая партия была четвертая, которую я выиграл. Вот. Но, с другой стороны, их англичан тоже можно понять. Монеты изготовляли в Австралии. Там мельбурнские, сиднейские, почему-то какие-то были там года, какие-то дороже какие-то. Ну, в общем, 64 монеты каждому достанется. А каждому 64, да? Каждому 64, в итоге, да. Ну, видимо, они так подобрали еще, потому что у них, на самом деле, разная цена. Я потом как-то нужно начал интересоваться. Вот, а тогда еще мы вообще не понимали ничего. Там уже много позже я решил посмотреть вообще, как в каталоге, что они, как они стоят. Ну, там, видимо, так и подобрали. Вот, а, значит, ну, и у нас защита Грюнфельда. Вот, слон 4 снова, как мы продолжаем эту дуэль, да, ферзь А5, ладья С1, ЛЦ, слон С4, рокировка, Ф3, ферзь С5, слон Б3, ферзь А5, рокировка, все это быстро делаем, конь С6, но здесь никаких, конечно, конь Д4 нет, уже Карпов играет по главной линии, ферзь Е2, H3, слон Ф5, ферзь Е2. Да, ферзь Е2. Конь Е4. Конь Е4. Все пока, ну, как, все достаточно логично, то есть белые хотят все там оттеснить. Да, правильно, если ферзь Е2 ходить сразу, слон Ж4 тогда уравнивает, да. Поэтому H3 сначала, слон Ф5, ферзь Е2, конь Е4, конь Д5, белые тоже должны. Хотя там... По-моему, сейчас потом там еще пытались как-то перевести. Сейчас вообще G4 играют. G4, ну, разные ходы делают. Да. Ну, тогда как бы, да, тут G4 тоже. Конь D5, E5. А, вот это то, что мы к матчу готовили. Здесь там основной ход был слон H2. Слон H2, значит, по-моему, тут по слон E6 надо ходить, кажется. Ферзь C4. Ладья FD, по-моему, ладья какая-то на D8 идет. Ладья D1, по-моему, конь F6. Вот какая-то... Конь F6, E4, ладья C8. Вот какая-то вот такая игра идет здесь, если я правильно помню. Вот. Вариант я забыл уже, конечно. Получалась ничья в итоге. Не помню, как получается. Получается какая-то очень... Я очень гордился, у нас анализ большой. Получается ничья. Вот. Точно не помню, как уже, но вот получается. Получается. Вот. Значит, мы доходим до этой позиции. Сюда. И Карпов тут почти минус. Ладья бьет C6. Неприятно. Да, тут там зайцевская находка. Но снова, значит, неприятно, потому что готовимся, все время отстаем. Ну, так я начинаю думать. Ну, я достаточно быстро сыграл. Думаю, ну так, качество брать, ну там, БЦ, конь Е7, значит, он тут забирает еще эту пешку вторую, значит, как бы, ну и вроде бы неприятная позиция. Потом мы, конечно, уже потом разберем, что после луны 6 вчера полный порядок здесь. Ну, качество лишнее. Ну, конечно, у белых все крепко и хорошо, но качество лишнее. Ладья против коня, как бы, этого слона меняем.
уже перед Ленинградской половиной мы это посмотрим. И оценка позиции стабильная. Она, в общем, примерно равная позиция, то есть у белых нет перевеса. Но мне тогда хотелось как-то уклониться, думаю, что такое. Ну, давай побью на F4. Это ход не очень хороший, но какие-то новые вещи. Ну, сбил с анализа, с другой стороны, да? Скорее всего. Я не знаю, сбил. Ну, должны были Е тоже смотреть ход же они. Угу. Ладья c7, да? Да. Ладья c7, и я слон e6. И пошел слон e6. Ну, такой естественный ход сделал. Вот. Значит, конь e7 шах. Да. Король h8. Только вот... А, нет, он ферзь e1. Не, они, не, вот, ферзь e1. Ферзь e1 здесь вот, ход, который сразу... Ну, и что здесь делать, в принципе? Ну, я продолжаю сохранять. Ферзь b5 хожу. Да. Ферзь b5. Конь e7 шах. Король h8. Да. Слон e6 f1. Ферзь b1, да, если они... Ферзь b1. Ферзь b1, да. Я тут пошел конь g5, да? Если память не изменяет. Пошел конь g5. Ну, вроде правильный ход, да, был, кажется? Да, да, правильно. Конь g5, конь g5. А, ну, такое ощущение, что как бы здесь уже как бы, ну, анализ карпу кончился. Видимо, они тоже все-таки искали все, ну, в попыхах-то. Даже компьютеров не было. А понятно, что все эти линии, это уже в конце лондонской половины матча, потому что если считать, что мы шли параллельными курсами, то на эту ветку я вышел только там после уже 7-й партии. И, соответственно, там, все эти анализы делались тоже на ходу. И при отсутствии проверяющей техники компьютерной все это не так просто. Значит. Поэтому дошли до этой позиции. Значит, тут Карпов делает очень такой ход. Там, конь h4. Да, уже 28 минут. Позже понятно, что... Да, ну уже все начинает думать. Да. Да. Но, с другой стороны, как, вроде бы позиция... Мне кажется, белый ход перевес все-таки был здесь, потому что ход Еф в итоге мы забраковали. Вот. В смысле, перед Еф еще? Нет, после Еф. Ход Еф был забракован. Почему? Да, ход Еф был. Ладья c7, вот то, что слон e6. Вот я не помню, ферзь e1 же правильно, да, ход все-таки? Ферзь e1 очень правильный ход. Ферзь e1, ферзь b5, значит. Да. Я пошел... И как пошел конь h4. Угу. Ну, опасный такой ход. Как бы здесь сразу угрозы возникают. А я конь h3 пошел. Да, неудачный. Ну, плохой ход конь h3. Зато красиво. Ну, красивый, да. Надо было Фе, по-моему, ходить, да, здесь? Да. После Фе была ничья, кажется, да? Да, да. После Фе чуть ли не форсировано. После Фе была форсирована ничья. Но тут я решил, что тут... Ну, пошла игра, да? Пошла игра. Какая ничья? А ход... Нет. Я просто... Нет, все равно же опасно как-то. Какие-то опасности есть. Но это Фе правильный. Вот даже вот я сейчас говорю, инстинктивно правильный Фе, конечно, побить здесь. Потому что, понятно, тут угрозы какие-то серьезные возникают. А этот ход, на самом деле, он ничего не дает. Этот ход плохой такой. Он, значит, естественно, король h2 ходит. Брать-то не будет, естественно, коня. Из-за ферзь g5 шага. Король h2 ходит. И здесь, по-моему, надо было конь f2 ходить. Да. Здесь конь f2 был. Да. Если ход еще, в принципе. И тогда еще, может быть, черные держались. Угу. Конь бьет f2, и потом там... Длинная линия. Да, там где-то ферзь h5, после ладья f2, да, там. Вот, в общем, как-то там еще удерживались черные. Не, ферзь h5 пошел. Ферзь h5. Да, это уже как бы... А, это уже нехорошо. Не очень, это да. Уже, да. Это уже не очень. Карпов побил на g6. Конь g6, да. Конь g6, король g8. Конь e7, король h8. А, вот, он пошел ферзь g6. Ферзь g6, да. Ну, это правильно, я уже помню. Ферзь g6, нет, неправильно. Нет, так нет. Вообще неправильно. Надо было конь g6. Конь... Ну, как вот показать, да, так, да. Так правильно конь и было. Конь e7, да, здесь, да. Надо было конь g6, король g8, конь e7, король h8. Что там? Да, и здесь ферзь g6. Ну, то есть, да. Он мог побить, а вот и здесь ферзь g6. Я помню, что надо было коня сюда было брать, ферзь g6. Здесь было бы не очень хорошо, черт. По виду... Тяжело. Ну, то есть как бы уже не провид здесь, а в общем. Вот, то есть вот ферзь g6, вот это было правильно. Вот. Да. А он пошел тоже сам с ферзь g6. Ну, тут как... Да. И тут черные удерживают. Ферзь e5 пошел. Ферзь e5, да. Вот, и здесь... Быстро почему? Быстро. Три минуты. А что грозит уже? Ладья висит. Ничего не грозит. Нет, я имею в виду, белые чем угрожают. Про коня e7, коня e7, все-таки матовые угрозы были бы, а здесь ничего не получается. Карпов на 41 минуту задумался и пошел ладья f7. Ладья f7, да. Ну это, а что, правильный ход какой здесь? Да нету тут никого уже правильного хода. Да, ладья f7, ладья f7, конь g5. Ну, вроде правильно все сделал, да? Все варианты. Да, ладья f7, да, правильно. g5, конь g6, шах. Да, конь g6, шах. Король f7, взял на e5. Конь f7. Конь f7. Конь f7. Конь f7. И здесь важный ход король g6. Очень. Важный ход король g6. Тут, на самом деле, нюанс такой, что... Ну, белый как бы пешка лишняя, кажется. Ну, Карпов, мне кажется, вот этот. Король g6. Позевнул, ну,
Потому что теперь конь должен идти на d6, единственное поле. Да. Тогда мы бьем на e3, угу. И теперь брать нельзя, потому что слон e5 шах, то есть белый надо... Слон колоссальный теперь. Ну да, черных уже лучше пасть. Конь c4, по-моему, пошел здесь, да? Угу. Единственный ход такой. Еф. Угу. Ладья f2. Ну вот здесь какие-то, мне кажется, шансы были на выигрыш, но я что-то очень... Я как-то неудачно. Ну, пасть ничейная, конечно. Я, по-моему, то ли ладья слышал, пошел, то ли b5. b5. А b5. Да. А может, правильно или... Нет, правильно. b5, b5, конь e3. Да, a5. Ничья, конечно. Ну, черный немножко здесь. Ну, не знаю, что-то они зря не присудили. А, 10 тысяч было фунтов. А, да, значит, было, да. 10, да. По 5, по 5. По 5. Да, по 5. Я же помню, что да, 10 тысяч фунтов, да. Опять. Ну, ничья, в общем. Как-то. Да. Я еще тут сделал... Ну, какие-то еще ходы были. Я на что-то играю, но потом побил эту коня там на E3. Да, да. Я помню. Да. Значит, ничья. Ну, понятно, что уже мы покидаем Лондон с плюсом. Значит, 12-ю пар все-таки белыми играем, потому что Карпов играл достаточно аккуратно черными. И вот как раз 12-я партия, вот там я укрепляюсь в ощущении, что что-то не то, потому что мы снова играем этот ферзевый гамбит. Я играю систему снова с h3, которую мы тогда вот эту готовили, слон 6, e3, рокировка, значит, ладья c1, c6, слон d3, конь d7, там взял рокировка, значит, dc, слон c4. Вот. Ну, на e5 же хочу h3 сыграть систему свою. И Карпов играет здесь c5. Ну, вот это то, что просто мы с Тимощенко готовим. Перед партией, да? Перед матчем. А, просто перед c5. Матчем, да. Ну, я же планировал играть, ну, черный тоже ферзевый гамбит. Угу. Поэтому смотрели за два цвета его. Ну, вот ход c5 анализировали. А я, кстати, потом выиграю хорошую партию у Олафсона на Олимпиаде. На Олимпиаде. В том году, да. Потому что c5, да, этот ход мы анализировали, значит, я... такая попытка как бы не открывать слона, хотя ход, видимо, все-таки слабее. Потому что e5 там, практически до ничьей было уже раздраконено все. А после c5, значит, я пошел, по-моему, ферзь e2, да, помню. У меня был небольшой перевес такой, ну, такая инициативка была, вот. Но... c5, да, ферзь e2, h6. Ферзь e2, h6. Все просто полностью по-моему. Ладья f1. Ладья f1. Сд конь d4. Сд конь d4. Просто, знаешь, ферзь e7. Просто по анализ. Конь e4. Uh-huh. Слон e5. Uh-huh. Вот. Ну, потом я солнце ферзь h5 уже сыграю здесь. Uh-huh. Это наше усиление будет. Uh-huh. Здесь я, по-моему, конь f3 пошел. Да, конь f3. Но меня просто поражало, потому что просто играли реально вот это то, что мы смотрели. Причем, интересно, что... Не самая лучшая система, и я вообще не в стиле Карпова такие ходы делать. Сломал мультику отсюда, там, вот там, назад, там, вот. И я после этой партии, я там говорю, там Никитину, что ну, вообще что-то мне не нравится. Все. Uh-huh. Вот, а так, он? Так. Не, ну, говорит, а не, ну, как-то, ну, тоже не хочет мне так в такое верить. Ну, да. Вот. Тем более, что вот казалось, что, наверное, может, Тимощенко, он вот уедет сейчас, как бы, уже расставались после лондонской половины. Вот, и проблема, да, проблема решится. А мы там, кроме того, еще нашли, значит, уже в русской партии идеи. Угу. Вот с третьим ходом d4. Тогда мы начали анализировать эти позиции. Угу. Вот d4, слон d3, тогда они были. Как бы, главная теория тогда была. Вот, это симметрия. Там две рокировки. c4. Там слон e5, d e. Вот этот вот такой скорость c6. СД, ферзь d5, ферзь c2, это там длинная теория, и конь на один попадает. И у нас там были идеи, как создавать черные проблемы. Поэтому я вот довольно оптимистично рассмотрел, что мы сейчас как бы едем в Ленинград, у нас плюс один, и переходим на e4. Все, в Ленинграде я уже хотел e4 играть, потому что с русской вроде бы разобрались, но в испанской там столько идей было уже. А побольше. Да, ну, кроме того, я понимал, что все-таки в испанских этих битвах у меня объективное просто игровое преимущество будет. Значит, приезжаем в Ленинград, ну, жили вот это, на Каменном острове, Карпу какая-то была своя дача, а у нас профсоюзная была тоже там, вот, ВЦСПС, вот он дал нам. Вообще переезд такая вещь, довольно такая муторная, переезжать, обустраиваться, новое место. Понятно было, что враждебное окружение совершенно там, все готовилось под Карпова, вот в Ленинграде. И матч начинается, ну, действительно там, интересно. Вот, как, ну, 13-я партия еще была такая, как бы разминочная, Карпов там пошел. Он явно был
как бы не готов еще к игре, как бы он против Грюнфельда сыграл с 7-3. И интересно, что такая была. Ну, у него какая-то там идея была, маленький перевес у него, наверное, был Карпову, но потом я перехватил он задел, и я, кстати, выпускаю выигрыш уже в 13-й партии. Вообще вот следующие там 4 партии, там, ну, тотальная доминация. Я, в общем, очень доволен был игрой своей, потому что... Жалко, конечно, что выпустил выигрыш, буквально там в самом, перед самым контролем. Но все равно черными, значит, на такое начало. А потом 14-я партия, значит, ну тут я Е4, значит, да, значит, тут я, значит, прихожу, значит, в самом боевом настроении. Значит, и Карпов... Испанская. Я немножко так удивился, потому что, ну, вообще... Он явно настроен тоже агрессивно, потому что будет сейчас там зайцевская система, там... очень-очень острые позиции. Я шел по всей теории, ладья Е1, Б5, слон Б3, там Д6, С3, рокировка, H3, слон Б7, Д4. Как за меня играешь, ладья Е8, конь Д2, слон Ф8, А4, H6, слон С2, значит, ЕДЦД, конь Б4, как идет слон Б5, Д5, конь d7. Вот. Ну, вот это мы уже смотрели много. Я всегда эту позицию любил играть. Вот. Ладья. Ладья А3. Да. Ладья А3. C4. Карпу ходит. Ну, здесь есть два хода. Есть, как бы, есть ход конь d4, а есть ход АБ. Вот. Значит, ну, я решил, что начать надо с хода АБ. Вот. Ну, много смотрели эти позиции. Значит, ну, вот АБ, конь d4. Вот. И здесь Карпов, в общем, быстро бьет на А3 и ходит на Д3. Там другие, мы тут конь С5 ходы смотрели, ну, естественно, там много разного всего, потому что позиция там сложнейшая. Вот. Но вот ладья А3, бай, конь Д3, значит, надо брать здесь. Все это быстро он еще исполняет. Снова неприятно. Новинка. Как бы нас снова опередили. Ну, с другой стороны, я думаю, хорошо, позиция она очень интересная, сложная. Вот. И надо придумать какие-то решения здесь. Значит, я пошел, слон Б2, да, здесь. На самом деле, там, по-моему, сейчас уже считается, что это форсированная ничья здесь. Я пошел, по-моему, слон... Слон Б2, да. Слон Б2 здесь. Ну, здесь хоть еще ладья... Потом ладья Е3 мы анализировали уже перед следующим матчем, по-моему, ладья Е3. Но в итоге все равно кончается ничья. Он ладья Е3, по-моему, более-то точно. В 87 году мы это смотрели. Ладья Е3... Конь Б5 тут еще. Ну, конь Б5 я никогда вообще не рассматривал. Нет, именно ладья Е3, по-моему. И тут, если конь Е5, то... Да, если конь Е5, то конь 4, Ф3, по-моему. Там правильный ход. Конь С5, теперь слон Б2. Да, теперь слон Б2, да. А после конь Е5, конь Ф3 есть ход. И тут у белых небольшой перевес, по-моему, тут, насколько я помню. Да, правильно. Да, конь 4, Ф3. Все-таки, ну, как бы у черных, конечно, два слона тут, но позиция пока закрыта. Вот. И все-таки у белых тут в центре преимущество. Потенциально, кстати, может быть, атака еще. Ну, маловероятно, но тем не менее, главное с этой пешкой разобраться, как-то попробовать. Так что ладья Е3 был более точный ход. Ну, пусть конь С5, там, по-моему, сейчас форсированный ничего какой-то там. Ладья Е3, конь С5, слон Б2. Ферзь А5, там, вот ход там. И в итоге все кончается ничьей. Вот. Там белый конь F5 ходит, и получается как-то... И как-то получается ничья. Да, там были такие партии. Да. Не помню уже как там, но получается ничья. Значит, я подумал, пошел так. И с этого момента начинается игра. Вот здесь интересно, что... конечно, у Карпова было преимущество там этого сокровенного знания, потому что он все время был как бы впереди, да, находили какие-то новинки. Но тип позиции-то на самом деле немножко не тот. Она все-таки такая рваная. Как-то черная пешка там забралась сюда... Вот. Хотя потенциал в позиции черных, конечно, есть. Вот я смотрю со стороны черных, я так, ну, ясно, что вот сейчас, может быть, как-то там удастся что-то сделать. Где-то слоны, где-то там, может быть, пешка это тоже под ударами. Вот. Но есть у белых свои шансы. Значит, есть. Что, значит, конь Ферзь А5. Ферзь А5 пошел. Ферзь А5. 45 минут, да. Да, так вот, ну, игра началась. Ну, можно было опять конь С5 ходить здесь. Может быть, конь Е5 ходить, по-моему, здесь, да? Конь С5, да. Конь С5. Или конь Е5. Ну, после ладья Е3 получается распередь остановкой. То же самое, да. Пошел ферзь А5. Да, я пошел здесь конь Ф5, да. Да. Конь Ф5. Ну, пошел конь Е5. Вот со стороны белых, смотри, мне так нравится. Ну, понятно, конь Е5, он ходит здесь, конь Е5 ходит. Вот. И здесь я... 20 минут продумал. И здесь я сделал неожиданно, я бобил на Е5.
Да. Я побил на e5, я думаю, что ход был очень неожиданный. Угу. Слон e5, d-e. И конь b3. Я пошел конь b3. Так, а вот здесь начинается очень интересная игра. Вот, ну, вроде бы у черных тут два слона, но у белых проходная пешка получилась, как бы, и здесь начинаются такие маневры. Пошел ферзь b6, но мне кажется, здесь был очень доволен. Ферзь b6. Угу. Ну, это правильный ход, ферзь b6. Ферзь b6, я взял пешку здесь. Теперь, по-моему, брать на А3 нельзя, там D6 очень опасно. Это вот. Ну, правильный ход был слон C8 здесь. Вот, если я правильно помню. Да. Слон C8 был правильный ход. Сразу взять под прицел коня. Кроме того, слон переходит на D7, он здесь и пешку блокирует, и эту защищает. Это слабо. И, в общем, у белых то есть, ничего нет. Ну, после слон C8 у черного была прекрасная позиция. Там, по-моему, равная позиция получается. Вот. Вот. А Карпов пошел ладья 8. Вот. Ладья А8 сыграл. Не очень удачно. Ход не очень. Ладья А8. Но он-то считает, что, ну что, ладью пробросили, сейчас все равно слон С8 пойдет. Ну вот тут начинается, сам, тут я пошел, по-моему, ладья С1. Вот у нас начинаются, начинаются маневры. В стиле Карпова, потом, я бы сказал. Да, в стиле Карпова. А потом, кстати, вот Бах мне уже там много лет спустя рассказывал, что это, конечно, произвело на Карпу большое впечатление. Вообще эти маневры, да, потому что начинаются ну, такие необычные маневры. Здесь то есть надо препятствовать переводу слона. Значит, ладья С1 ходим. А, ну, черный забрал. Ну, в препятствии в плане, что поле С6. Ну, да, естественно, да. Ладья С6 грозит. То есть, как бы она... Эта пешка слона, как мы понимаем, что обречена, но пока белые вот... значит, и черные должны какой-то ход. Он ходит G6, по-моему, да, здесь? Да. G6 надо. Вот. Ну, с одной стороны, коня прогнали, а с другой стороны, чуть-чуть все-таки прослабились тут. Потому что, как бы, понятно, пока ничего не грозит, там какой G4 еще нападут, там, случайно. Значит, слон бьет А3 пошел на Карпу здесь. Да, слон А3, это правильно. Ладья А1, да. А так теперь вот проблема, что если, скажем, кого-то слоном уйти, размен, дальше вот конь G4 начнутся здесь некоторые сложности. Потому что черный чуть-чуть отстают. Вот буквально хода не хватает, чтобы там как перевести фигуру все. Вот, ладья А4 выходит. Но опять, кажется, что все равно еще, ну, что, сейчас буквально вернемся назад, там, или на F8, ну, у черных два слона, кажется, вообще очень хорошо. Плохо быть не должно. Да, плохо быть не должно. Не должно быть, да. Но, тем не менее, я пошел конь G4 здесь, да? Да. Конь G4, мы начинаем здесь атаку. Слон F8, H5 надо было ходить, да. Конь E5, слон B2, да, был там ход? Да, ну, H5 это... То это бы сейчас бы быстро пошли H5. H5. Что тогда, конь e5, да, если да, да, конь e5. Конь e5. Конь e5, слон b2. Два ладья а4, ба, конь c4, да, наверное? Да, да, да. Да, и там ничья в h5, получается. Там взял f5 в конце или... Я не знаю, там... Конь c4. Тут длинный вариант на 15 ходов. Ну да, но это опять компьютерная игра. То есть конь e5, слон b2, взял на а4, например, ну это... А взял а4, ба, конь c4. Вот. А, ну, с другой стороны, как бы, я думаю, это тогда все-таки посчитать, да, Карп и я этому были в состоянии, но я думаю, Карп в этот момент просто не считал, что это нужно делать. Потому что это все-таки, конечно, без пешки получается, ну, там, как теряется. По-моему, ушел слон F8 здесь. Да. Слон F8, здесь еще ладья C1. Вот. Ладья вернулся обратно. Считаешь, что черная ладья куда-то там забрела не туда. Здесь проблема, потому что пешка висит. Вот, пешка висит. И, я говорю, потенциально вообще немножко король ослаблен, и надо что-то делать черным. HD6 он сыграл. Не знаю, это уже ошибка. Ну, а как ходить надо было здесь? Книга говорит F6. Ну, F6 ход такой сделать рукой, да. Ну, такой крепкий ход. Да. F6. Хотя и тоже... Ферзь F3, ферзь, наверное, значит, надо подать. Непонятно, от чего это, после D6. А, или D6 даже здесь есть. Ну да, D6. Ферзь D6, ферзь B5. Ферзь B5, ладья B4. Ладья А7. А, можно ладья B4, можно ладья А7. Вот, а ферзь E8 дальше, да? Да. Ну, это уже какие-то такие игры, да. Ну, вот в этот момент, после когда там, значит, ладья там маятник такой сделал, туда-сюда, С1, А1, С1. А ну, у Карпова мало времени остается. Он вот, допускает решающий ферзь d6. И тут белый быстро переходит. Смотрите, конь c5. Сидит, сход ладья c4. Взял на c4, bc. Взял b7. cd. Конь d6, слон d6. Вот. Ну, здесь только не надо нам ничего брать. Там надо, надо король f1 пойти здесь. Король f1, король g7 пошел. H5 можно было. Я пошел f3 здесь, да? Да. F3. Все, пешка тут выигрывается. А f5. f5, конь f2, но это не имеет значения уже. d2. d2, король e2. Слон b4 он пошел. Конь d3, да? Конь d3, слон c3, и вот здесь отложили. Да, я, по-моему, конь c5 ход записал, да, здесь? Да. Конь c5 ход записал. Ну, что, он сдался Карпов, потому что много какие-то шансы. Пешку сейчас мы забираем эту. Дальше сам. Дальше очень легко. Дальше сам. Да.
Ну, плюс два еще становится. Ну, уже плюс два, и ничья в мою пользу, то есть реально плюс три. Ну да. Вот. А главное, что по игре все идет очень хорошо, но меня опять не покидает вот это ощущение. Что такое? Ну, почему? Ну, как... Статистически такого же не может быть, что мы как бы готовимся и все время отстаем. Значит, и 15-я партия, значит, ну, тут уже Карпов выходит явно на бой, и уже против Грюнфельда там ниже 3, ни слона в 4, кстати, интересно, все как бы вот он начинает по новой и применяет систему сверхб3. Может быть, одной из самых агрессивных систем против Грюнфельда применяет. Конь c3d5, конь f3, слон g7, ферзь b3. Не по стилю, конечно, Карпов, но с другой стороны, да, отыгрывался. Что делать, да. Рокировка e4. Ну, мы готовили, ферзь b3, не могу сказать, сильно готовились, разные были идеи, там, Никитин все время за конь a6 агитировал ход. Вот, но была система слон g4, я, вот я сам здесь придумал, слон e3, конь d7. И вот в этой позиции, как бы у белых два хода есть. Ну, там ходов много, но, в принципе, там даже 3-0 есть ход сейчас. Как бы. Но тогда считалось, что как бы два главных хода. Значит, или пойти ладья d1, Вот. Тогда после конь c6 перегруппировку не удается, потому что после ладья конь b6 надо ферзь c5 идти. Это там партия Ботвинник Фишер, там знаменитая была 1962 года. Поэтому считалось, что проще ходить ферзь b3, потому что после ладья d1, конь b6, все равно, ну, тогда ферзь c5 не ходили. Ходили ферзь b3, и та же пайца возникала. Считал, что точнее пойти ферзь b3, заставить пойти черных конь b6, а потом брать ладья d1. Я мне на ферзь b3, это я сам, я мне понравился ход c5, редкий ход очень. c5, d5, конь e6. Вот. Какая-то такая возникает игра. Вот, ну, мне понравилась свежая позиция была в тот момент. Вот. Я решил проверить, слон g4, конь d7. И Карпов довольно быстро ход ладья d1. Опять. Немножко я расстроился. Потом уже там, несколько лет спустя, мне Белявский скажет, что когда он работал с Карповым тогда, они обсуждали подготовку, и Белявский говорит, начал лишнюю возможность, почему не пойти ферзь b3? И Карпов сказал, да, но там есть ход c5. Ну, какие познания там. Да, ход c5 там есть, только никто так не играл. Знаешь, если только не учесть того, что я ровно это я и готовил здесь. Я чуть подрастроился, конечно, я пошел конь c6, вот так готовили. Слон е2, конь b6. Ферзь c5, ферзь d6. Ну, пока по Фишеру играем. Вот, Ботвинник d5 играл здесь. А Карпов пошел быстро e5. Вот. На самом деле, очень хорошая новинка. Черные чудом держатся здесь. Но вот, тут эффект большой, потому что, значит, так играется ферзь c5, dc. И тут надо решить, куда конем ходить. Вот я пошел конем на c8 здесь. Ну, конь d7, там проблема, там, что есть ход h2, h3. Там слон f3, там нельзя брать пешку на e5, потому что конь теряется f4 здесь. А, ну, там есть ход слон e6, вот тогда белый ходит конь g5, конь e5, там начинается другая игра. У белых в целом хорошая инициатива. Вроде бы черный по-моему везде держится здесь, вот, но как бы там не хотелось стрелять конем сюда. Вот. А, что, кстати, смутило Карпова. Вот конь c8. Ну, потом в 17-й партии они уже подготовятся, там ход h2, h3 он сделает. А здесь он конь b5 было, конь b5, и я пошел чуть ли не... Здесь я чуть ли не... Ладья b8. Ладья b8 вот. Я сыграл, да. Ладья b8. Или, а, нет, конь c7 я пошел... И... Конь c7, e6. Я пошел e6. Я пошел e6 туда. На самом деле, даже не торопиться ничего забирать. Просто конь b5, конь e7, да? Коня вывел обратно сюда. Ну и дальше оказалось, что вообще ничего. Ладья d2, ход b6, да, я пошел здесь? Да, cb. А, я решил от пешки избавиться. Ладья b6, cb. На самом деле, уже у черных нормальная позиция. cb. И слон g5. А, слон g5 пошел. Карпов здесь, да. Конь f5, по-моему, да, я пошел. Да, конь f5. Ну, в общем, черных уже, ну, здесь уже нормально. Потому что мы в итоге это все-таки забираем, все, проблемы решили, вывели. Я очень был доволен. Потому что, ну, все-таки явно большая новинка. Я нейтрализовал, очередной черный цвет убрал. Хотя, конечно, те же мысли, как говорится, на ночь свербили. А что такое опять? Опять, значит, все наши планы дебютно срываются. Пока не об этом думать надо было, потому что впереди там 16-я партия. И мне ночью приходит в голову идея. Значит, вот я, значит идем по этой линии. Рокировка. Слон e7, ладья e1, b5, слон b3, d6, c3, рокировка h3, значит. Слон b7, d4, ладья e8, конь d2, слон f8, a4, h6, слон c2, значит, e, dc, b4, слон b1, c5, d5, конь d7, ладья a3, c4. И здесь я думаю, о, есть новая идея. Вот, ход конь d4.
Он считался менее точным, потому что здесь якобы есть ход конь Е5, значит, АБ и ферзь Б6, нападая на коня. И здесь мне приходит в голову идея, потому что можно на самом деле пойти конь С4. Конь С4, там конь С4 и по-моему, чуть ли не конь F5 здесь. И, а, нет, то есть ладья G3 и ладья G3. И, да. начинается страшная атака. Ладья G3, да. И начинается страшная атака просто. Да. Какой-то конь C4 в голову. Ну, я просто думал, ну вот все, сейчас одно. Все, значит, да? Значит, естественно, утром там, значит... 16-я партия. Да, смотрим, все, значит. И я, значит, отправляюсь на партию. При исполненных самых этих радужных надежд. Я играю конь D4, и он молниеносно играет ферзь F6 просто. Останок, почему он молниеносно играл? Мог как бы 20 минут подумать, изобразить. Зачем он играет? Он подготовку показывал, ферзь F6. Ферзь F6, ход делает. Я, честно говоря, впадаю в шок, потому что, ну, что такое? Что такое? Знаешь, вот опять в очередной раз как бы наша там новинка, причем такая новинка, убийственная новинка. Ну да. Ферзь F6. Кстати, помните, чуть ли не сильнейший ход в итоге. Как бы, да. Был признан. Да. В итоге, значит. Ну, надо начинать по новой играть. Как бы. А, нет, 6 минут он подумал все-таки. Ну, да. Изобразил. Да. Вот. Ну, потому что я мог же еще, наверное, пойти АБ, как бы, но... Да. Конь D4, ферзь F6. А, да, конь F3. Да, конь F3. Конь C5. Да, конь C5. Ну, приходится пешку забирать, уже что сделать. Mm-hmm. АБ. Конь B5. Да, конь B5. Ладья A3. Mm-hmm. Приходится конем на A3 уходить. И слон H6. Да. Ну, вот это все быстро исполняется. Mm-hmm. Вот это... Ну, здесь я так впал в такой легкий пессимизм. Mm-hmm. С другой стороны, посмотри, так, значит, как черные тут уже подготовили, сейчас на Д3 залезают конем. Еще мне так кажется, так грешным делом, что вот это карпу привлекало вот это, эти схемы там зачем-то за коня Д3. Да. Отомстить. Вот это, где-то у него в подсознании эта мысль, что ты хотел коня и вот выиграть партию, значит, взять реванш. Особенно сейчас 16-я партия. Да. Вот это, показать, столько, да. Вот. У меня тоже, кстати, эта мысль, ну, господи, сейчас у него конь на Д3 будет стоять. Вот. Значит, ну, надо подумать, что делать дальше здесь. Вот. Ну, я так все-таки начинаю смотреть. В конце концов, пешка у меня есть лишняя, я думаю. Не должно быть такой трагедии, в принципе. Ладья E3. Я пошел, да, делал ладья E3. Ну, пока надо, как бы, знаешь, ходы делать свои, убирать. Ладья E3. Не, а плюс поле под контролем. Ну, не, ну, оно не под контролем, но, по крайней мере, убрали это самое. Убрали фигуру, чтобы ничего не висело просто. Ну, да, пока пешка, я думаю, да. В конце концов. И он пошел здесь... Ладья B8. А, вот он делал... А, вот, кстати, он тоже очень быстро ладья B8. Если я вот просто тоже вдруг быстро играет ладья B8. Но если там на часах, там, естественно, у него большой переезд, так же, как в той партии. Ладья B8, такое ощущение, что вот это все было по анализу. Да, так и есть. Кстати, да, ход ладья B8, правильный ход. Вот, ладья B8. Да. Я думаю, что если я ничего не буду делать, то все кончится плохо. Поэтому надо, для меня уже было очевидно, надо прорваться по центру. Тогда мы дальше разберемся. Иначе я играю E5, да. С этого момента начинается игра. И вот снова, угу. Черных хорошая позиция, но характер борьбы другой, на самом деле. Тут все куда-то ходят, там, как бы не по карповски. Значит, ну, брать надо, конь E5. Ну, потом хорошо, в конце концов, посмотрим, что будет. И Карпов залезает конем. По-моему, не тем конем залезает. Не тем. Да, он пошел конь BD3. Да? 63 минуты, думаю. Так, опять. Вот это еще раз... Это еще раз является подтверждением того, что все, что он играл, эти схемы, только потому, что у него было вот это сокровенное знание. Потом, кстати, в 1987 году как бы это уже не будет. В 90-м он снова, ну, там будут новые уже разработки. В 90-м году он решится снова дать бой. Кстати, снова будет проигрывать. Вот. Потому что независимо от того, какие дебютные идеи там ему приходили, ну, там, приходили в голову ему, команда готовила его, все равно характер борьбы был не для него. Там, даже когда ему удавалось там получить хорошую позицию, там, и, там в 4-й партии 90-го года и 22-й партии. А почему он не играл в свои шахматы? Ну, как бы, знаешь, часто вопрос, как получилось так, что Карпов не догадался в Берлин. Хотя это, может, не совсем по стилю. Это как бы для этого уже Крамник должен был потребоваться. Нет, Берлин — это не Карпов. Он все-таки должен какой-то иметь. Ну да, но тем не менее, как мог придумать другие системы. Я смотрю вот сейчас с вами партии, ну какая-то игра абсолютно не карповская. Ни белыми, ни черными. Ну нет, почему нет? Белыми он уже как бы стиль там в 86-м году на D4 переходит. В 87-м, там, после матча с Соколовым уже у него
выработается стиль. Кстати, в 87-м в Севилье он будет играть уже схемы белыми против Грюнфельда. Они вот, ну, уже карповские будут схемы. И там Каракан будет, в принципе. Он на самом деле, мне кажется, такой тоже период трансформации был. То есть вот он от своих чемпионских лет, когда по большому счету не надо было ничего делать, он все-таки прошел период трансформации, что позволило ему довольно долго еще успешно играть. Там еще там 10 лет, в общем, играть на самом верху. Потому что нашел правильный алгоритм, как играть для себя. 86-й такие еще были пробы. Понятно, что он хотел как-то вот сразу выиграть за счет этих своих этих сокровенных знаний. Но позиции получались явно не те. То есть, дебют не дебют, а потом надо действительно ход делать. Вот. И здесь он думает больше часа, что еще раз подтверждает, что... Явно не готов был к такой борьбе. И идет конем, как бета-3. Да, конь бета-3, да. Ход плохой почему-то, да, вроде бы? Кажется. Ну, надо было конь cd3. Да, конь бета-3, ход плохой. Здесь... Сохранять контроль над полем c2. Ну, это еще да, здесь нет. Вот конь d3 здесь... Я пошел конь g4, что не лучший ход. Да, не лучший ход. Не да. лучший ход. Но я-то уже там... Надо там... было играть ферзь c2. Вот. Уже же вот ферзь c2. Вот мне просто невероятный ход, выигрывающий партию. Ну, кстати, тоже ход-то чисто компьютерный, вот, но да. тогда да, психологически ферзь c2 пойти. Почти все разваливается у черных, потому что брать пешку они... Здесь нельзя мат, да. почти у белого просто брать пешку c4. Просто в один ход выигрывали белый. Ну, с другой стороны, хорошо. Ладно. Значит, играют люди. Нет, я-то пошел конь g4, причем, по-моему, достаточно быстро пошел. Да, значит, ход мне, честно, в голову не приходил. Потому что я тут считал, что надо уже там все сбагрить, вот это все. Это все для, как говорится, для там, жертв. А сейчас мы как-то здесь должны перегруппироваться, да. Карпов ферзь b6 пошел. Да, ну правильно. Но с другой стороны, тут все правильно, но ферзь-то ушел, все-то уходит сюда. Я так обычно смотрел так вот, это тут, а это тут. Знаешь, как такой подход был. Ладья g3, естественно. Ну как, все открыли, все готово. Все готово к атаке. g6 пошел как-то. Да, здесь играет g6. Начинается, ну, g6 и g6. Слон h6 пошел. Да, слон h6, если что. Карпов ферзь b2. Угу. Каждый занимается своим делом. Любимым причем. Да, любимым делом, да. Ферзь f3, да? Ферзь f3. Ферзь f3. Играли здесь. И ферзь f3 отличный ход. Нет, здесь все хорошо. Здесь я уже чувствовал очень хорошо. Да. Сейчас что-то там, оно случится сейчас, да. А там, по-моему, на ферзь a3, по-моему... Здесь вот на ферзь a3, по-моему, конь f6, ферзь h5, что ли, я уже не помню. Да, правильно. Конь f6, ферзь h5. Угу. Какие-то там ужасы начинаются. Маты, да. Да, просто начинаются кошмары. Безумный вариант. Да, конь d7, да, назад. Ходит. Я не знаю, правильный ход? Конь f6 прикрыть. Да, правильный ход. Да. Ход нормальный, да. Вот конь d7. Ну, опять, с точки зрения Карпова, на самом деле, он, я думаю, в этот момент уже оценивал позицию. Как, значит, ну, тут какие-то жалкие угрозы у белых есть, но конь-то на a3-то обречен. Вот, поэтому вопрос... Времени. Вопрос времени только, да. Значит, просто надо здесь отбиться. Ну, здесь фирменный ход, да? Нет, здесь слон f8. Нет, слон f8, король f8. Слон f8, король f8, да. Вот. Любимый ход. Любимый ход. Профилактика, да. Любимый ход, король h2. Вот здесь, мне кажется, у Карпова начинаются... Вжел ладья b3, естественно, и вот... у него полчаса, у меня там остается минут 10, как бы. Ну, все, кажется, да? На самом деле же идет нейтрализация там... всех как бы белых фигур уже. Атака должна заканчиваться. Я пошел слон d3, и вот инстинктивно понимаю, что уже все, бояться нечего. Что вот коня этого ликвидировали. И тут, на самом деле, страшная ситуация, потому что можно побить, там, тысячи возможностей побить, и так побить, и так побить. Но белый вне риска, и даже там какие-то все время есть возможность создавать новые проблемы. А время бежит, Карпов начинает смотреть. На самом деле, неприятно. Вот, и так можно выбить, и так можно выбить, и так можно выбить. И все эти... Потом люди там перебирали там, потом в пресс-центре, что и можно было и так побить, и кто-то говорит, что выигрывает. На самом деле, уже нигде ничего не выигрывает. Уже надо спасаться было. Карпов побил здесь... CD побил, да, по-моему? Да. CD побил здесь. Вот. Владимир Д.Д. спасала, по-моему, все-таки надо было. Ну, так... Эншпиль без пешки тут обещают. Да, без пешки. Потому что взятие на А3 тоже там, ну, те же проблемы были бы. Потому что и ферзем можно пойти, ладьей побить. Ну, Карпов бьет CD, как бы, ну, кажется, что сохранить все. Ну, тут ферзь F4, да, мы? Да. Значит, он CD пошел, то есть CD, ферзь F4. Да. Вот. Ферзь бьет А3, наконец он снял коня, но это самый неподходящий момент. Он снял коня, ферзь бьет А3. Самый неподходящий момент. Но тут я уже увидел, что происходит. Конь H6.
Вот. Мат. Ну, как необычная такая-то, все-таки атака. Очень конструкция. Партия необычная. Ферзь Е7, угу. Кажется. Значит, кажется, что все, отбились черные. Ладья Бг6, ферзь Е5. Да. Вот как бы. Но тут ладья Ж8 шах, король Е7 и Д6 шах. Да. Такое горе наступает. И тут ферзь Д6. Одна вилка, король Д6. Вторая вилка, ну, а пусть король Е6, ладья Е8. Да. Красивая. Красивая партия. Мощная партия. Да, да, партия. Значит, ну, смотри, плюс 3. Осталось 8 партий до конца. То есть реально плюс 4 вообще. Ну, как бы. По игре всего одну калитку идет. Меня все равно смутило это, вот, когда мы вышли. Я помню, там такое эйфория жуткая совершенно. Uh-huh. Вот, uh-huh. Ну, может, реально там матч кончается, причем разгромно кончается. Никаких оснований там что-то бояться не было. Но все-таки вот я не понимаю, почему так получается? Опять новинку подготовили. Ничего, ну, все наши новинки, они uh-huh. все уходят в песок. Причем такие новинки еще, да, концептуальные какие-то, да, и жертвы фигуры. Перед 17-й партией, честно говоря, уже даже играть как не хотелось. Такой, вот. У нас было обсуждение, значит, ну, конечно, надо было сыграть, конечно, надо было пойти, потому что, учитывая, что Карпов мог только играть по как бы, по анализу, да. Слон Е3, я пошел конь Д7, потому что, честно говоря, единственное. Ну, надо было, конечно, конь А6 пойти уже на тот момент. Ну, что-то другое сыграть, более свежее. Там такие новые позиции начинались. Хотя там в итоге тоже у Карпа будет новинка. Снова опередит нас, как бы, да. Вот. Но я думал, ну тогда ферзь Б3 сейчас сыграет. Она не сбежит этого. Вот. Значит, тут я сейчас C5 поп. Он будет хоть ладья D1, и здесь он уже подготовил, как бы, ну, усиление. Ферзь C5, ДЦ, конь C8, аж 2, аж 3 сыграл быстро. И, в общем, в итоге я слон F3, слон F3, слон E5. Помню, побил на C6 и... Сейчас слон c6 взял и пошел слон d4 здесь. Но с этим конем, конечно, возникли проблемы. Там потом Тимон с ним какую-то красивую ничью сделает, там длинные анализы, вот, но я очень быстро проиграл партию. Особого желания играть не было. Психологически трудно. Матч заканчивается. Снова неприятно. Опять Карпов там новинку применяет. Но опять +2, +2. До конца остается там 7 партий. 18-ю партию я думаю, ну вот сейчас хорошо, сейчас мы соберемся. Ну, Е4, думаю, может, руку поменяем. Потому что все-таки почему-то у него новинки. И я играю D4. А вот здесь, как раз, момент самый интересный. Если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу того, что там происходило. Вот была в таком журнале «Студенческий меридиан», такое специфическое издание, такое довольно там черносотенное по тем временам. Человек по фамилии Акимов, такой журналист, написал статью «Осень на Каменном острове». Даже там, помню, не одна была статья, а такой цикл, такой вот рассказ о его беседах с Карповым в время матч-реванша в Ленинграде. Там есть просто целая такая психологическая зарисовка. Он сидит с Карповым в ночь перед 18-й партией. То есть он рассказывает о том, как там все шло, вот перед 18-й партией. И дальше... практически цитируем по тексту, значит. А Карпов сидит, рассматривает что-то, и он говорит, вот стоит вот такая позиция, значит, такой гибрид, но индийский, слон G5, слон B7, E3, H6, слон H4, слон C3. Да, слон C5, дальше. Да, вот, ферзь. Да. Да, и вот и он говорит, вот Карпов ставит эту позицию, тут, значит, смотрит и говорит, вот завтра будет стоять, и вот я сделал ход, который там Каспарова удержан, ферзь Е7. Угу. Вопрос. А почему должна была завтра стоять эта позиция? Я выиграл две блестящие партии в испанке. Е4. Чего? Характер борьбы был в одну калитку. Угу. А с чего я должно было перейти вот вдруг сюда вот? При этом у нас пока это, ну, встречалось там в 7-й партии прошлого матча, но интересно, что там главный ход D6, да, вот, ферзь E7, там точно будет сюрприз. Вот. Ну, скорее всего, это еще можно было предположить, что ферзь E7 будет ход новым, и поэтому будет сюрпризом. То есть, как бы, черные, на самом деле, сидели, что они где-то сохраняют возможность коня там на C6 поставить. Еще, вот. Но пока D6 не торопится ходить. D6, конь D2, G5. G5, слон G3, и вот здесь ферзь E7. Да, да. Правильно, вот. Да. Вот я смотрю сейчас, потому что G5. Да, G5, слон G3. Да, G5, слон G3. Да, вот. Здесь главный ход конь D7. Это все теория. И здесь вот у нас там целые анализы были. Я вот не помню, то ли мы ходили, начинали с H4, то ли по H4, ладья G8, там два размена, ферзь B3. Там идея есть ферзь B3, где-то там... И, там, ну, основная идея наша была пойти ферзь B3, я помню. Только, по-моему, после размена H4, ладья G8, белый открывает линию.
ферзь b3, чтобы на ферзь e7 иметь c4, c5 ход. Там dc, там на c7 пешка, как бы. Да, h4, ладья g8. Ладья g8, ажи, ферзь b3. Вот это была наша подготовка. Вот. Карпов говорит, что ферзь e7 будет сюрприз. Вопрос, мне кажется, даже не напрашивайся вопросом, просто свидетельство из первых рук. Угу. А по какой-то причине Карпов был уверен, что после двух этих блестящих побед в 14-16 партии я пойду на h4. Ну, что могу сказать? Вот. Жизнь свои сценарии пишет, потому что партию я играл очень хорошо. Я до сих пор не могу понять, почему. То, что произошло буквально последние там, три хода там, перед mm-hmm. контролем. Пошел ферзь e7 Карпов. Mm-hmm. Кстати, хороший ход на самом деле. Я пошел a4. Mm-hmm. a4. Опять? А он пошел опять. Ну, кстати, конь c6. И вот здесь h4. Да, сильнее, по-моему, конь c6 вот ходить. Mm-hmm. Сильнее, да? Здесь есть на правильный ход конь c6. Мне кажется, здесь вот, потому что потом. Вот. Но я не такой довольно неожиданный ход, потому что Карпов к h4 готовился. Я помню, почему я вошел h4, чтобы на конь c6 пойти конь b3. Здесь конь e4 не так страшно, может, я там hg побью. Вот. Mm-hmm. Но все равно, как бы, по-моему, h4. Ну, хотя опять, может, тоже неплохой ход. Опять h4, ладья g8, hg. И здесь я пошел. А здесь я пошел ферзь b3 опять. Да. Ферзь b3, я эту уже идею провел. Да. И здесь снова это интересно. У черных вроде нормальная позиция, да, но. Не по карпу, конь h6, по-моему, пошел. Uh-huh. Ну, как такой ход можно сделать? Я смотрю на него сейчас, ну, ход уродливый достаточно. Следующего нет. Конем, я имею в виду. Ну, мне понятно, почему. Он от c5 защищается, uh-huh. Карпов. Вот. Но, по-моему, здесь... Ход опять, мне кажется, уже неудачный. Конь c6 – правильное решение, и uh-huh. это идея нейтрализовал. А здесь возникают уже проблемы. Но опять сразу вот как бы Карпов имеет то самое сокровенное знание, uh-huh. играет с... Все, как говорится, идет по плану, но позиция это не для Карпова позиция, а такая рваная позиция. И после вот опять я как бы нашел вот план правильных ход А4, uh-huh. потом мы вывели сюда, значит, открыли линию здесь. А, и теперь надо C5 все время считаться. Вот, и Карпов ходит конь А6. Вот. Ну, как-то, чтобы, может, диагональ открыть здесь. Вот, но с другой стороны, конь стоит безобразно. Что здесь? Я пешку даю. А, нет, ладья Б1. Ладья Б1 пока. Хороший ход. Да, дело в том, что тут проблема, что все-таки тут далеко не... Там c5, конь начинается с сильнейшей атака, может. То есть, очень опасно. Хорошо бы, конечно, рокировать было бы. Но страшно. Mm-hmm. Поэтому он король f8. Да, значит, Карпов ходит король f8. Ну, тоже, на самом деле, кажется, вот как король f8, ну, тоже все, может быть, не так плохо. Король на g7 против, ладья h8. Белому же тоже надо что-то делать. Ферзь d1, да. Ферзь d1 я пошел за все. Серия очень сильных ходов. Да, ферзь d1 действительно хорошо играл тогда. Очень. Да, слон c6 он сыграл. А, почему не король g7? Теперь я сейчас пытаюсь вспомнить. Потому... А, ладья b5. Вот. Ладья b5, да. Короче, ладья b5, я же да. открыл. Да. Ферзь d1, так, смотрю, пытаюсь... Сильный ход, да? Да, сильный играл в шахматы. Ладья b5 сразу, значит, и сразу сбиваем черных. Значит, приходит на слон c6 тратить время. Но теперь конь немножко провисает. Да. Да. Ладья h2. А это что такое? Ну, ладью... Пешку даже в g2 защитили. Не надо защищать же материал. Король g7. Такая игра какая-то не идет. Такая игра, рваная игра. Рваная очень. Король g7 пошел здесь, да, все-таки? Да, король g7 пошел, да. c5, да, пора уже здесь ходить. c5, да. c5, пора ходить c5 уже. Висит. Да. Конь на h6. То есть там уже провести ладья h8 не удастся. Значит, чем он повел здесь? bc. bc пошел Карпов. Вот. Испанский ход. Слон b5, да. Испанский ход. Испанскую играем. Признал ошибку, конь b8. Конь b8, Карпов конь b8 ходит. Ну, здесь dc, конечно. Да. dc. Вот. Ну, видно, что доминируем, да. Но Карпов d5 ходит здесь. Да. d5 ходит. Вот. Ну, позиция начинает... Тут я уже чувствую, что тут запахло жареным. Хотя, конечно, Карпов готовится сейчас помить, где-то как-то выскочить, попробовать. Вот. Но это не удается нормально. Слон e5 пошел, да. Ну, вроде логично. Да. Король f8, обратно Карпов ходит, ладья h6, мы начинаем, нападаем все время. Конь e8. Конь e8, ну, посмотри, отходит назад, ферзь h5, да? Да, ферзь h5. Ну, как вообще... Все подходит. Это при равном материале, да? Материал равный просто. Да, ничего не пожелает. Да, F6 он сыграл. F6. Ну, сам все равно продолжает защищаться как может. Да, ладья H7. Ладья H7. Да. А, вот, я помню, вот момент, ладья H7. Угу. Он пошел конь G7, но и ладья G7 не сильно лучше. Не сильно лучше было, да. Конь G7. Да, конь G7. Ферзь F3. Ферзь F3. Король F7. Да. Король F7 единственный ход. Да. И здесь, вот здесь я начинаю...
Ну, можно же вечный шах взять, в принципе. Опять плюс два, я же да, веду, да. На самом деле. Это там 18-я партия, плюс два. Я, помню, здесь теряю время. Вот, вот, uh-huh. Ну, yeah. Опять психологически. Ну, конечно, ну, слишком красиво. Позиция, как Михаил Никитович говорил, вкусная yeah. позиция. Да. Но можно сделать ничью. И, ну, еще плюс два, шесть партий. Yeah. Фактически плюс три. Да, остается всего ничего там, до победы. И вот потерял время на этом. Еще да. пытаюсь найти выход. Да. Да. Я, естественно, да. повторил, да. И ладья А6. А, я ушел ладья А6, конь Е8. Вот я Е4 правил, не помню, С4 сильнее был, да? Да. С4 был сильнее. Mm. В общем, было как... Вот, вот даже сейчас я вижу, что вот, ход, конечно, более правильный. Ну, позиция, конечно, кошмарная. Вот. Е4, кстати, неясная позиция, но я просто не мог ничью делать. Uh-huh. Я считал, что... И не ту пешку двинул здесь. Но хотя все равно сейчас Карпов, он неудачно. G4? G4, ферзь F4. Значит... Слон B5, ладья B5. Слон B5, ладья B5. И конь D7. Конь D7. Наконец он выскочил. Почти защитился, да. Слон C7, да. Конь C5. Конь C5. И ферзь E3. Ферзь E3, вот. Вот важно сделал. Ферзь E3. Карпов пошел, он побил на Е4 здесь. Но все равно как-то он да. тут выскочил немножко. Конь Е4. Да, конь Е4, ДЕ. Слон А5. Слон А5. Ну, все равно позиция... Материальное равенство. Угу. Ну, это позиция вообще проиграть белыми. Слон А5. По времени все хорошо у меня здесь еще. Он еще F5 сыграл здесь, да. Ну, пешку пытается защитить, это F5. Но теперь слон... Б4. Слон Б4. Ферзь D7, да, был? Да-да-да. Здесь ферзь D4. Ловушка. Нельзя брать ладья B7 мат просто. Да, ловушка. Просто мат. Да. Ферзь D4, ладья A7, хоть Карпов здесь. Угу. Здесь, ну, посмотрим. Ну, как можно слон C5 не пойти здесь? Просто ходить, делать ничего не надо, просто пойти по слон C5. Там уже ладья куда-то на C7 должна идти. Там можно поменяться, и слон D4. Да, так вам, по-моему, легко. Самый простой выигрыш был. Да, слон C5. Ладья C7. Да. Ферзь бьет D7, ладья D7, слон D4, да? Тут немножко не так. Тут слон C5, ферзь D4, слон D4. А. Ладья D7. Ладья D7. Да, ладья B8. Ну, хорошо. Ну, материальное равенство только все, как бы, все у черных. Я не знаю, вот здесь у меня наступает какой-то паралич просто. Вот я ладья А7 пошел. Здесь ходы, там, три хода, 38-й, да, ход это, если я ошибаюсь? Да, сейчас будет 38-й. Вот, три хода чудовищные были сделаны mm-hmm. просто. Там, ладья H7 в шах и пошел здесь, да? Да. Как такой ход можно еще вызваться? На самом деле, вот в итоге моя ладья окажется на H4. Вот, как mm-hmm. бы там, значит, вот, ладья H7, времени причем, ну, еще там минут 5, наверное, было. Ну, mm-hmm. хоть солнце 5, то... Не, уже секунды какие-то здесь. Не, ну, так написано. Нам нужно, ну, опять... Время, вот, ну, ход слон C5 сделать, чего же нападение, на самом деле, uh-huh. все же хорошо стоит. Напал, вот, ну, поменялся, поставил слон D4. Ну, не надо ничего придумывать просто. Uh-huh. Поставил слон D4 и дальше сам уже. Дальше там пешка А проходная есть. Вот, ходы были ладья H7, конь G7. А, ой, я еще сделал чудовищный ход опять. Ход король G6 сразу. Вообще, вот, сочетание ходов этих. Ну, хорошо, хочешь пойти опять, ну, пойди опять сразу. Здесь опять слон C5 выигрывало, да. После ладья H7 тоже слон C5 выигрывал. Ну, наверное, тоже выигрывал. Те же, ну, там эндшпиля получились бы, может быть, немножко хуже, но все равно белых еще выиграл. Опять ход. Главное, что какой-то такой ход в голову может прийти. Ладью подвесил. Нет, все, пошел король G6 тут. Да. Значит, мне пришлось поменяться. И теперь получается, что у меня это ладья, то он уходит на H4. 41-й ход здесь. Да. Я просто смотрю на пасть, я не понимаю, что произошло. Я думаю, чуть ход ладья BG7 не записал здесь. Просто потому что... Ну, на самом деле, в принципе, еще борьба еще позиция нормальная. Но тут интересно очень. Значит, вот дальше ладья H4. У белых уже позиция хуже, но она еще держится. Uh-huh. Она еще держится. Ладья H4. Как здесь Карпов сыграл? Так, значит, ладья H4 это записанный ход. Записанный ход. Ладья GD8. GD8. Да. Вот. И я пошел здесь... C4. Я пошел, я играю здесь C4. Вот. И здесь ладья D1 шах. Я помню, да, Карпов? Да. Ладья D1 шах. Да. Король E2. И здесь, на самом деле, есть... У черных есть разные ходы. И Карпов делает самый слабый ход. Ладья 1 смотрели, ладья, да? Ладья 1. Да. Карпов сыграет ладья C1. И снова угадать... Ход-то слабый. После... Надо было ровно ту же идею. Слон C5. Uh-huh. Перевести слон на E3. И потому что слон E3 сразу активизируется ладья здесь. И все, и на самом деле все как бы здесь заканчивается.
Ну, то есть у белых там ничего надо делать черными. Они даже близко его. По шестлон переходит на Е3, и дальше уже начинается наша атака. Не надо было ничего придумывать. Ход это, кстати, ладья один опаснее был ход. Но проблема в том, что мы ладья С1 не смотрели. Ну, то есть как-то вот здесь была дыра. Ровно в эту дырку мы попадаем. Ладья С1. И мы потратили много времени. И я, в общем, уверен, что я там сделал ничего. Ладья С1. Здесь у меня опять коллапс наступает. Ночь бессонная была, и я пустой ход сделал. При том, что сейчас я смотрю, логика же простая. Надо слона было активизировать, поставить на Е3. А6 пошел, да, но это все это проигрывает уже. А6 уже проигрывает. Это форсированно проигрывает. Он пошел шах на С2, король Е1 и... Ладья А2. Ну и проблема, что если там ты меняешься, то там, мне же ладья не играет, мне же надо было как-то ее активизировать. Я пошел ладья Б6 туда, но тут уже там начинаются матовые конструкции. Да. Ладья Б6. Ладья Д3. Ладья Д3, ну все, там уже сейчас начинается, там мат начинает ставить. То есть 18-я партия, какая катастрофа. Все равно, конечно, плюс один хорошо иметь после 18-й. Но уже психологически плюс один, сложно. Психологически сложно. Такая ситуация. Уже перед 19-й я уже точно не знаю, что делать. Ну, думаю, хорошо, еще, значит, сыграем сейчас защиту Грюнфельда. Я пошел на систему сфера 3, пошел конь А6. И снова Карф опережает, снова применяет новинку. Интересно, вот я уже за доской, вот бывает, я тогда хорошо соображал, очень быстро умачивался. Я увидел практически опровержение ее, потом мы доработаем ее, как бы уже будет готово все. За доской увидел опровержение, но еще как бы все-таки и настроение такое было. Ну, не сложилась партия, вот буквально там осложнения получились, потому что я вроде поймал Карпова в ловушку, но не сработало. Он сначала тоже дернулся, потому что ему казалось, что он попался, но, к сожалению, все на тактике держалось. В общем, эту партию тоже проигрываю. Третью подряд. Счет сравнивается. Ну, шок был большой, да? Шок. Ну, три партии подряд проиграть. Тем более, что опять не по игре было. Матч играл явно лучше. Ну и потом начинаются наши внутренние разборки, потому что тут я уже как бы уверенно пришел к выводу, что надо решать, чтобы это сокровенное знание Карпова все время меня ставило в такую ситуацию. И да, Юрий 18 исполнил. Ну, это уже я уже совсем разобрался. Взял тайм-аут. После чего там Владимиров уходит, там значит, записи обнаружили, изъяли. А он не признался? Он все это для себя делал, как бы для собственных анализов. Как он передавал по телефону, что ли? Я не знаю. Как что он в Питере он выходил бегать там на Каменном острове, у него там занимался физподготовкой, он там делал где-то круги. Из Баку там, значит, срочно там Эльмар приехал, Магеррамов. Начали тогда готовиться, уже новая ситуация, готовиться как-то, к финишу матча.